потом нас бросили в бой, даже не подозревая, какие последствия это несет. По мановению руки мы оказались вовлечены в кровавые конфликты. И все, что мы должны были делать, это убивать. Безжалостно и беспощадно за идеологию и за тех, кто ее олицетворял. Война порой преподносит сюрпризы, которые помнишь всю жизнь. Тот бой для многих из нас стал последним. Давайте, берите ящик и перетаскивайте сюда. Потом уже и не будет. Да, мне уже? Спасибо. Белозеров, ко мне. Я товарищ командир. Отставь. Мне письмо. Эй, письмо. Эй, чё? Эй. Дорогой друг, в нашем городе объявлена всеобщая мобилизация. Меня призвали вместе со всеми. Пока не сказали, куда везут, но надеюсь, что это скоро закончится. Искренне твой, Дмитрий. Вопреки здравому смыслу развязала вооруженный конфликт, жертвами которого стали мирные. Yeah.
Белозеров! Да, командир. Ко мне, Белозеров! Да, командир. Беги к нашим на дальний пост. Предупреди их, скажи. А как же вы, командир? Оставь меня! Дай мне гранату! Сейчас. На! Возьми магазин! Беги! Беги! Наверное, только спустя какое-то время люди начинают понимать последствия войны и оценивать разрушение и горе, которое она в себе несет.